Друзья, всем привет! Сегодня к нам с очень срочным призывом о помощи обратилась пожилая пара, оба из этих людей с инвалидностью. По их словам, им не хватает денег на существование, на продукты питания, и мы откликнулись. Вот сейчас с Вовой едем срочным образом туда. Война была в 41-м году. То есть у вас врожденная, да, вот со зрением проблемы большие, да? Пьёща, грыжа. Ну, вы оба с инвалидностью, да? И да, вот... он же не бачит вообще ничего. Угу. То есть я так его, понимаю... Я его водю то за руку. За ночь разов 5, как не больше. Я понял. Друзья, от себя хочу добавить, что когда мы уезжали, мы еще выяснили, что у этих людей перегорели все лампочки, и у них нет возможности их купить, поэтому в следующий раз мы купим лампочки. И немножко понаглею, хочу сказать, что мы в последнее время не отказываемся от финансовой помощи, потому что расходы очень большие. Всем спасибо за поддержку работы нашей команды.